как юноша был в школе «Спартака», потом уехал в Испанию, занимался в Сарагосе. И вот из Сарагоса перешел в Вильярреал «Б». Там неплохо выглядит, можно забивать третий, нет. Здесь там мяч практически по ленточке пролетел. Модрич, Иско, ушел. Роналду, нет, Рамос, нет, Роналду, забей рукой, да! Нет, не засчитан, конечно, этот гол. Роналду порвали даже футболку. Вообще, с аукциона на благотворительность такая футболка может задорого. В этом туре дерби. А, ему дали футболку. Момент. Момент тура. Принесли футболку Криштиану Роналду Серхио Рамоса. Представляете, не ту. И хорошо, что он посмотрел, что там Серхио Рамос написано. Представляете, если бы Криштиану надел футболку и вышел бы над Серхио Рамосом на спине.